отец Петр Вукичевич, естественно. Да, он, кстати, был чемпионом Югославии в барьерном беге, и вот свой опыт передает детям теперь. Итак, еще раз напомню, что двое выходят напрямую в финал, и два человека будут добираться по результату. Я думаю, что здесь нужно обратить внимание на Беласьяна и представителя Польши Дамиана Чикера. Ну, а сюрприз может преподнести каждый здесь. Ну, знаете, уже много-много лет мы приглашаем на русскую зиму в Москву Балаша Баджи. Он никогда не подводит, я думаю, он здесь тоже должен выступить. Ну, уверенно. Мне кажется, что и он вполне реальный претендент на попадание в финал. Итак, Лаки, Абата, Джон, Чикер, Баджи, Беласьян, Кинг и Вукичевич. Беласьян пока не в лидерах, но пытается вот здесь сейчас выходить. Хотя, смотрите, что делает Баджи-то. Баджи попадает, но Беласьян все-таки вырывает, мне кажется, свое первое место. Но посмотрите, очень хорошие результаты при довольно сильном встречном ветре. Для полуфинала 13-28, это очень прилично. Я думаю, им даже дадут 13-27. Балаш не подвел, как я говорил. Да, Беласьян победил, повторил свой личный рекорд 13-28.